Эти YouTube-каналы сделали 2018 год немного лучше. Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы представим топ-10 YouTube-каналов 2018 года. 2018 стал абсолютно головокружительным годом. В этом списке мы расскажем о каналах, которые доминировали на YouTube в этом году, основываясь на трех факторах – количество подписчиков, популярность контента и популярность личностей. Однако мы не включаем каналы музыкантов, например, Eminem, потому что, ну, естественно, их каналы популярны. Они ведь музыканты. Номер 10. Рака-рака. Канал австралийских ютуберов Дэнни и Майкла Филиппоу — это насыщенный экшеном, наполненный смехом эксперимент в хаосе. Он известен своими впечатляющими видео с интересными сюжетами и своей уникальной версией Рональда Макдональда. Примечание — он не предназначен для просмотра детьми. Рака-рака в прошлом завоевал множество наград, в том числе премию Streamy Award в категории «Лучший международный канал YouTube 2015 года». Он также известен благодаря своему хит-шоу The Raka Project и House of Raka. Канал имеет 5,2 миллиона подписчиков и более 781 миллиона просмотров, и не похоже, чтобы он останавливался, несмотря на недавнюю серию демонетизированных видео из-за сцен насилия и грубого контента. Наверное, не лучший канал для детей. Номер 9. ВВЕ. Канал World Wrestling Entertainment на YouTube – отличное место, чтобы познакомиться с Raw и SmackDown, оригинальным контентом из ВВЕ Network, эксклюзивными съемками закулисья и многим другим. Он существует примерно с первых дней YouTube, а также учитывая, насколько часто обновляется этот канал, это значит, что здесь тонна контента, который удовлетворит даже самых хардкорных фанатов рестлинга. В настоящее время на него подписано 37 миллионов человек, и он имеет около 8 миллиардов просмотров в год. Вот это да! Это делает его одним из самых популярных каналов на всей платформе. Кто знал, что борьба так популярна? Что ж, любители рестлинга, конечно, знали. Да. Номер 8. Смош. Смош — это комедийный канал со скетчами, который существовал столько же, сколько и сам YouTube, и теперь является 31-м по количеству подписчиков каналов на платформе с 23 миллионами подписчиков и с колоссальными 7,8 миллиардами просмотров. Первоначально состоящая из Иана Хекокса и Энтони Падилы, команда Смош значительно расширились, в нее добавилось множество новых лиц, а также появились два других канала — Смош Геймс и Смош Пит. Падила ушел в 2017 году, чтобы начать сольную карьеру, сославшись на отсутствие творческой свободы у материнской компании DeFi Media. Но DeFi Media закрылась без предупреждения в ноябре прошлого года, поэтому будущее Смош выглядит мрачно. Номер 7. El Rubius OMG. Рубен Доблас Гундерсон, более известный как El Rubius, имеет наибольшее количество подписчиков среди испанского YouTube — 32 миллиона, а общее количество просмотров у него составляет 6,9 миллиардов. Его оригинальный канал называется просто El Rubius и появился еще в 2006 году, но в 2011 году он создал нынешний канал, когда не смог стать партнером YouTube с первоначальным каналом. В основном он занимается летсплеями, но, как известно, он увлекается влогами, форматом вопрос-ответ и комедийными скетчами. Несмотря на 4-месячный перерыв в прошлом году из-за стресса и постоянного беспокойства, прославленный испанский ютубер вернулся и не собирается останавливаться. Номер 6. Канал Конзилла. По состоянию на февраль 2018 года канал Конзилла стал крупнейшим бразильским каналом YouTube. Созданный Конрадом Кунья Дантасом, известный под псевдонимом Кодзилла, этот канал демонстрирует его таланты в видеопроизводстве, в основном в музыкальных клипах. Конзилла создал более 840 видеороликов, имеет 42 миллиона подписчиков и 21,1 миллиарда просмотров. Неплохо для парня с камерой. Не волнуйтесь, если не можете разобрать тексты песен. Эти видео все равно выглядят невероятно, а музыка непременно заставит вас двигаться. Номер 5. Уиндерсон Нуньес. Еще один известный бразильский YouTube-канал. Уиндерсон Нуньес ранее носил звание «Самый популярный канал Бразилии», пока его не обогнал канал Конзилла. Но в настоящее время он по-прежнему остается 12-м по количеству подписчиков каналов на YouTube с 32 миллионами подписчиков и имеет в общей сложности более 2 миллиардов просмотров. Поэтому мы считаем, что у создателя канала Уиндерсона Нуньеса Батисты все в порядке, несмотря на то, что он номер 2 в Бразилии. Канал состоит из пародийных видеороликов, блогов, песен и обзоров фильмов. Но Нуньес не останавливается на достигнутом, поскольку он также строит карьеру за пределами YouTube в сфере актерского мастерства и комедии. Согласно Snack Intelligence, аналитику цифрового маркетинга, это второй по популярности канал после PewDiePie. Номер 4. Шейн Доусон. Как один из первых YouTube-каналов, который приобрел известность в конце 2000-х годов, видеоролики Шейна Доусона в 2010 году просмотрели более 500 000 человек, а теперь это число превышает 4,5 миллиарда, не говоря уже о впечатляющей цифре в 19 миллионов подписчиков. Почему бы и нет? Он талантливый чувак, просто посмотрите на его резюме. Ютубер, писатель, комик, актер, режиссер, музыкант. Боже, когда он спит? Его канал сейчас в основном посвящен документалистике, а его недавние ролики о конвенции Танакон — это то, о чем люди говорили в течение долгого времени, пока его сериал из 8 частей Джейк Пол не завоевал внимание всего мира. Номер 3. Dude Perfect.
Dude Perfect — это канал, на котором 5 чуваков создают идеальные трюковые кадры и видеотрюки, отсюда и абсолютное совершенство в названии канала. Коби, Кори, Гаррет, Коди и Тейлор были соседями по комнате в Техасском университете A&M и с тех пор переквалифицировались в ютуберов с более чем 36 миллионами подписчиков — самое большое количество среди американских каналов. 6 миллиардами просмотров, несколькими мировыми рекордами Гиннесса и вторым по популярности спортивным каналом на платформе. О, и у них также есть свое собственное телешоу на Nickelodeon. Неплохо для парней, делающих действительно сложные пинг-понг-трюки в качестве заработка. Номер 2. T-Series. Крупнейший музыкальный лейбл и компания по производству фильмов в Индии была основана в 83 году, а в 2018 году он стал самым просматриваемым каналом на всем YouTube с невероятными 53 миллиардами просмотров, а также вторым по числу подписчиков — более 72 миллионов человек. Он в первую очередь известен музыкальными саундтреками к фильмам Болливуда и индийской поп-музыкой, а также верит в то, что можно объединить мир силой музыки. Благородная цель, скажем так. Более того, T-Series имеет многоканальную сеть, всего 29, которая также имеет более 100 миллионов подписчиков и 65 миллиардов просмотров. Может, сейчас он и номер 2, но он, безусловно, стремится занять первое место. Номер 1. WatchMojo Россия. Шутка. Очевидно, что мы не будем рассматривать WatchMojo Россия, потому что это было бы невероятно предвзято с нашей стороны. Но серьезно, что вам стоит подписаться, ведь это же наш любимый с вами канал. Ну а наш настоящий номер один — это PewDiePie. К сожалению, для T-Series первое место по-прежнему принадлежит PewDiePie, так как король YouTube имеет пусть всего на пару сотен тысяч, но больше подписчиков, чем индийский музыкальный канал, а также 19 миллиардов просмотров. Шведскому создателю нравится текущее соперничество с T-Series, и он заходит так далеко, что делает дистрейк. Возможно, он отошел от прохождения игр и комедийных скетчей, но его подписчикам все еще нравится то, что он делает, ведь он был крупнейшим каналом с 2013 года, и в течение 3 лет он был самым просматриваемым ютубером на планете. Каким бы ни был волшебный ингредиент успеха на YouTube, PewDiePie знает о нем. Черт, он, наверное, создал его. Согласен с нашим выбором? А какие каналы ты считаешь лучшими в 2018 году? Напиши о них в комментариях. Смотри другие интересные видео на WatchMojo Россия, подписывайся на наш канал и включай оповещения, чтобы смотреть новые ролики каждый день.